Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете iPad Pro 2021 года можно включить раздельный экран. Что мы для этого делаем? Давайте зайдем, например, в Safari. Так, у меня здесь уже открыт раздельный экран. Давайте его уберем. Как же теперь открыть раздельный экран? Открываем вот эту вот нашу вкладку и перетягиваем какое-нибудь приложение вот сюда. После чего, ну как вы видите, на самом деле не поддерживается Stocks почему-то. Давайте его закроем, давайте перетянем то, которое поддерживается, например, почта. Перетягиваем, и все работает. То есть с одной стороны у нас Safari, с другой стороны у нас почта. Пробуем еще раз, например, как видите, нет, сток все-таки работает, просто я его неправильно открыл. Нужно перетянуть в самый бок. И закрывается все вот так. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!